Всем привет! Получил очередной заказ Алиэкспресс. Тут мини-трещотка должна быть. Аналог Тапиак. Так много про него там пишется в интернете, говорится. Очень сильно он востребован. Тапиак — это мини-трещотка по читателям EDC наборов, мультитулов. Я сам имею мультитул Лазерман Серж. И порывшись, поискав, я нашел на Алиэкспрессе вот такую вот трещоточку. Производство она Тайвань. Но цена у нее в два раза дешевле Тапиака. Такая вот картоночка, толстенькая она достаточно. Ключик. Ключ, кстати, тоже толстенький. Вот такой вот он идет. В комплекте. С карабинчиком. Чехольчик. Покрытие такое интересное. Кордура. Называется Спекс. Читал, искал, не нашел никакой информации по производителю. Тут даже вот Тайвань нету, здесь не написано, кто делает. А, вот они, ссылки. Даже я проходил по этим ссылкам и ничего. Нету ничего. Но, тем не менее, как бы сама мини-трещотка, вот она. Вот что у нас входит в комплект. Мини-трещотка. Тоже Спекс. Биты. Битодержатель. Это монтировки, так я понимаю, такого жесткого пластика. Это набор, он вообще применяется для велосипедов, велосипедисты его, да, там применяют эти вот зацепы, как я понимаю, для демонтажа, монтажа покрышек. Ну и биты тут идут в комплекте. Держится достаточно крепко. Там как таковых держателей нету, просто они подогнаны по размеру. В общем, вот такой вот наборчик. Цена его 1400 на Алиэкспрессе. Вот она, трещоточка так. Ну, на самом деле я представлял, что она будет больше. Она уж очень маленькая. Но, тем не менее, вот так вот она встает. Дальше не проваливается. Переключили. И обратно. Также можно и сюда вставить, использовать как отвертку. Ну, я искал, в принципе. Вот. Специально. Чтобы можно было и подкрутить. Потому что мультитул на самом деле не очень порой удобно крутить. Поэтому искал, чтобы было и с таким вот битодержателем торцевым.
Рекомендую к покупке. Ссылку вы увидите в описании товара. Всего доброго, удачных покупок.